Добрый день. Спасибо, что позвонили. Наша туристическая фирма рада приветствовать вас. Самые незабываемые впечатления, самые яркие эмоции – это то, что вы можете получить уже сегодня. На пятой линии клиент с заказом. Спасибо за ожидание. Для нас очень важны ваши деньги. Да, мы работаем только с VIP-клиентами и предоставляем сервис самого высшего уровня. Гарантированная гарантия мечты. Сам себе завидую. Да. А? Да. Есть на кого равняться. Зря считают, что кроты не летают. Эти кроты – настоящие орлы. Каждый из них смог оформить по 3 заказа за месяц. Один из них оформил групповой тур. Ничего себе! Да. Напор, беспринципность и аккуратность в оформлении документов – вот что поможет тебе попасть на эту стену и увеличить прибыль компании. Напор, беспринципность и аккуратность в оформлении документов. Я на все готов. Многие из этих ребят начинали еще в эпоху первых хронобудок. Но после очередной выплаты по страховке мы обновили нашу техническую базу. Хронопульт версия 1.0. Худшее, что может случиться с вами во время его использования, это его потеря. Конечно, шеф, можете на меня положиться. Ведь я агент 3630. Пока еще стажер. 3630. Ваши помощники – аниматоры. Клиенты любят, когда их развлекают. Все. Эмигранты, по правительственной программе занятости приезжих. Итак, стажер 3630, помни. Многолетняя репутация нашей фирмы теперь и в твоих руках. Ведь с этого момента ты являешься одним из представителей элитарного агентства путешествий «Дежавю». Без хвоста. Если только в переносном смысле. Ой. Продолжим. Бараш, твое предложение. Лото. Захватывающая схватка терпеливости и теории вероятности. Лото не то, чем весь вечер кидать кости. Эрудит. Истинное удовольствие для тех, кто не боится раскинуть мозгами. А давайте не побоимся и внесем сразу оба пункта.
Ха, давненько мы так не отрываться. Гулять так гулять. Савунья, чем порадуешь? Мое ноу-хау. Решила, знаете ли, добавить в оливье вареный сырый. Радикально. О-хо-хо, праздник обещает быть жарким. Лишь бы кое-кто о нем не вспомнил. Ты же просил всех соблюдать конспирацию. Ёлки-голки! Ну и что придумал ваш скук-совет? И лото, и эрудит. Не слишком ли много веселья сразу? Согласен, лото можно и убрать. Да вы издеваетесь, а? Праздник должен быть суперским и крутым. С фейерверками и сюрпризами. А чем сельдерей в оливье не сюрприз? Крош, да давай в этот раз без этих твоих штучек. А, но это же день рождения Копатыча, а? А? Он должен его запомнить. Вот именно, как прошлый Новый год. А на масленицу? Спалил посевы! А после праздника урожая у ежика до сих пор боязнь клоунов. О! Куда? Мы просто хотеть спокойной вечеринка. Без лавина, без торнадо, без маленький термоядерный взрыв. Ну, даже чтобы было немного скучно. А? И без клоунов. Да вы меня разыгрываете, а? Доверьтесь мне. У меня нюх на крутанские праздники. Все будет круто. Еще круче. Какой праздник? Вы точно не забудете! Прости, Копатыч, мы попытались. Клоуны. Вот она! Единственная полезная в мире книга. Алло, барышня? Да. Это фейерверочная? Сгорела ваша фейерверочная. Так, я хочу заказать шпагоглотателей. Как это закончились? А к вашим дельфинам можно пропеллеры привязать? С бластерами? Да, да, я уже обращался к вам раньше. Клоуны у вас есть? Уже не работают? Да откуда у них боязнь ёжиков? Неужели во всем мире остались одни зануды? А! Агентство Дежавю. Агентство Дежавю, слушаю вас. Алло, барышня, здравствуйте. Скажите, а у вас есть клоуны? Заявка принята, агент уже в пути. Алло, барышня, алло! Добрый день. Креативненько. Чего? Креативненько, говорю. Сами придумали или дизайнера нанимали? Чё-то я не понял. А вы кто? Агентство Дежавю рада приветствовать нового клиента. А, понял. Ты, наверное, клоун. Значит так, клоун. Нужно развлечь 8 зануд. Напомнить им, что такое настоящий праздник. Вы хотите заказать групповой тур на 8 персон?
Я бы вас сейчас расцеловал, но правила компании запрещают это делать. Да, точно. Компания из 8 самых занудных зануд в мире. Понимаешь, о чем я? Один момент, я подготовлю договор. Ча-ча, мучача, мача-куча, мачуча. Оплачивать будете наличными или карточкой? Можно и карточкой. Замечательно. Кто там? Я самый лучший. Разрешите вам представить моих помощников. Триос Грингус из Мексикос. Так, объясните, что происходит? Что вы предлагаете? Фокусы или музыку? Нет, наше агентство предлагает исключительно реальное путешествие во времени. Вы окажетесь в любой эпохе, посетите самые значимые исторические события, поговорите со своими кумирами, поохотитесь на динозавров, потопите пиратский корабль или поуправляете рабами при строительстве пирамид. Все это вы сможете сделать вместе с агентством Дежавю, благодаря этому запатентованному нами изобретению хронопульт версия 1.0. Ну, что скажете? А на моей кровати можно долететь до Луны? Силенсио! Сомневаетесь? А хотите, я отправлю вас на 5 минут в прошлое в качестве пробника? Смелее! О, на ощупь как холодец совуньи. Попробуйте, вам понравится. О, да. No tengas miedo del muchacho. Попробовал холодец. На ощупь как холодец. Совуньи. Попробуйте, вам понравится. Нас? Двое? Стой! Эта фигулина работает! А ты еще кто такой? Не узнаешь? Я это ты! Только с разницей в 5 минут! Круто! Круто! 2 кроша! Это настоящее крошилово! Вообще-то, мне лучше одного из вас отправить на 5 минут назад. Это все не очень хорошо. Да нет, это круто! Крутанский-раскрутанский! Слушай, так мы ведь и думать должны одинаково. Точно? Какую я сейчас цифру загадал? Селедка! В яблочко! Ёлки-палки! Будем веселиться, пока не свалимся без сил! А потом будем веселиться, пока не свалимся без сил 2! Ну так что, групповой тур по 3 историческим эпохам. Приключения, смертельная опасность, высокие риски. Все включено. Прошу вашу подпись. Легко! Мне что, подписи жалко? Да у меня их миллиард! Эволюция сделала племя лосей одним из самых интеллектуально развитых. Так, а экзекуция — это 64 очка. Все угощаемся. Мы предпочитаем пищу для ума. Что это? Кушайте салат и сельдерея. Я не доверяю еде, которая шевелится. Савунья, я съел весь сельдерей, так что накапай-ка мне немного метку. Потерпи немного, мед будет к чаю. На вот, поешь пока еще салатик. Пам-парам, несите! С днем рождения тебя! Ребята, вы сделали невозможное. Спокойный день рождения без каких-либо сюрпризов. О большем и мечтать нельзя. Фу.
Клоуны! Es tiempo de fiesta! Леди и джентльмены, агентство Дежавю приветствует своих клиентов! Вы не забудете этот день никогда! Поехали! Чача, мучача, мачо, куча, парфюм. Танцуем все! Чача, мучача, кавальеру Матагор. Мы рады сообщить вам, что вы стали участниками уникального группового тура по системе «Все включено» и работает. Сеньори Дамьямор. Бессамый мучо. Воспоминания об этом путешествии будут преследовать вас до конца жизни, а может и еще дольше. Вас ждут три удивительные эпохи на любой вкус, цвет и запах. Оу, сеньорита. Первое дело, и вот я уже лучший работник месяца. Давай-ка, а я тут. Опа, сюрприз. Я тебя здесь откачу. Простите, что отвлекаю. Отправка прошла успешно. Клиенты довольны, путешествие началось. Позвольте напомнить, вы хотели рассчитаться карточкой. Карточкой? Да-да, карточкой, сейчас, точно. На, держи. Простите, но что это? Хоба-хоба. Карточка. Хоп-хоп-хоп, и дамки. Конечно, да мы должны тормозить. Это получается, я оформил групповой тур, отправил всех в путешествие, почти стал работником месяца, а вы расплачиваетесь со мной какой-то картонкой. Вы уже все подписали. Тут обо всем сказано. Вы или немедленно оплачиваете тур, или ваши друзья останутся в прошлом. Как бы это сказать покороче? Навсегда! А ты чего сделал с карточкой? Крот! С карточкой? Вот, ваша карточка! Нет! Карточки рвать? Раз ты так! Тогда и мы так! Да, вот так! Давай, давай, тщательнее! Слюней побольше! Водички дать? Что получится? Давай! Эй, ты что творишь-то? Ты что наделал? Ча-ча, мучача! Мача, куча, мачуча! Не подходите! И это, быстро вернули всех обратно! А то сейчас, А то что? Вы даже не умеете пользоваться хронопультом! Лучше отдайте! Это ценное оборудование! Я сказал, не подходи! Пульт! Держите пульт! Только не это! О,
такие здоровые пчелы-мухары. Интересно, куда это меня занесло? Похоже на позапрошлый четверг. Хотя нет, тогда дождь был. Так, что-то заросло тут все. А? Ничего себе, занесло. Я уж думал, не доживу.
Это ты? Да, круто! Ну, теперь-то мы повеселимся! А у тебя хронопольт. Знаешь, как им пользоваться? Естественно, все просто. Вот эта вот кнопка, вот это вот палец. И бам, я здесь. Понятно. Опять использовал метод научного тыка. Эй, мы же теперь снова панда, а? В два раза больше веселья, приколов и елок иголок. Ну, успокойся. Мне нужно подумать. Точно! О каком числе я думаю? Не страдай ерундой. Точно! То есть, не совсем, конечно. Ну, ничего страшного. Просто ты чё такой скучный? Скучный? Ты бы тоже стал скучным, если бы отмечал каждый день, который мне удалось протянуть в этих джунглях. Веселая выдалась неделька, а? Если бы неделька. С тех пор, как я оказался здесь, не было ни одного дня, чтобы я не боролся за свою жизнь. Я попал на самое дно пищевой цепочки. Меня пытались съесть даже божьи коровки. Каждый день я спрашивал себя, увижу ли я завтра. Завтра. Так это значит... Все здесь разузнал! Рассказывай, чего тут есть прикольного! Успел, небось, покататься на динозаврах? Тут слишком опасно. Уже весь трясусь. Хочешь, чтобы все веселье досталось только тебе? Поверь, здесь есть вещи, от которых у тебя уши завяжутся в узел. Я так реагирую на занудство. Запомни, шутник, первое правило выживания – не издавай много шума. Правила? Мы же никогда не любили правила. Вот поэтому мы здесь и оказались. Если ты не хочешь стать закуской для динозавра, делай, что я тебе говорю. Фу, я думал, ты его проглотил. А я бы смог проглотить. Но сейчас даже пробовать не буду. Фу. Я уже видел эти значки. Наверное, это условные обозначения эпох, в которые попали наши друзья. Если выставить такие же значения на пульте... Так, ну-ка... Можешь хотя бы 5 минут не вести себя как крош. Ой-ой, а чем тебе не нравится, как я себя веду? Раньше мы оба себя так вели, и всех это устраивало. Раньше меня не пытались каждый день съесть. Хе, тоже мне проблема, мистер Зануда. Я же говорил, вести себя тише. Сюда! Номер 2. Не смей ничего трогать без моего разрешения. Слушай, хватит командовать, а? Я сам знаю, что себе разрешать. Так я и есть ты. Забыл? Да ни за что! Я никогда не стану таким, как ты. Потому что ты больше не крош. Ты антикрош. Крош наоборот. Шорк. Вот ты кто. Бежим! Физиономию. У нас одинаковые физиономии, но пусть съедят тебя. Хронопульт! Ну все, нам конец. Yeah!
спаслись. Спаслись? От чего? Вместо того, чтобы укрощать динозавров, я оказался занудой. Да еще и неизвестно где. Сейчас разберемся где. Главное, в безопасности. О, тогда это все меняет. Тихо. Ой. О, да где это мы? Средневековье. О, средние века! Это же крутанская романтика! Это же время рыцарей, колдунов, драконов! Нет, это время чумы, антисанитарии и отсутствия гражданских свобод. А, ну тогда это еще круче! Сабина была вчера на казни. Нет, вчера целый день с чумой провалялась. Ну, будь здорова! Мельной мед любого с ног собьет. Это средство перед боем, труса сделает героем. Жители города! Что может быть интереснее казни и вкуснее меда? Только рыцарский турнир, потому что там все и сразу! Бой? Походу, дело намечается что-то веселенькое. Куда? Меда! Держись, рядом со мной. Что? Пора запастись едой? Извините, можно пройти? По договору крота, Лосяша Копатыч должны быть здесь. Доспехи, покупаем доспехи. На мальчика, на девочку, эсочки, эсочки, подходи, а мне, пожалуйста, набор веселый еретик и куководу. Свяжите нас, свяжай народ! Может, они там? Вот это я понимаю, безвыходная ситуация. Крош! Крош! Шор, сюда! Я нашел на бесплатные места! Ух ты, настоящий турнир! Объявляем начало соревнований за главный приз турнира! Спонсор – городская медоварня номер один. Правильный мед от правильных пчел. На всякий случай предупреждаю, на стенде представлен муляж. О, смотри! Ух ты, медведи на лосях! Сядь! Клево, но унизительно. В средние века лоси были не такими, к которым ты привык. Тут они просто тупые, ездовые животные. А ты-то откуда знаешь? Это было в описании туров. Лосяшу это не понравится. Думаю, он уже в курсе. Итак, встречаем первого претендента на победу! Ёлки-иголки! Что вы себе позволяете? Вас здесь не стояло! Да я за мед! Горой устал! Вам не кажется, что ради бочонка меда риск несколько неоправдан? Не болтай особо! Ты ж знаешь, инквизиция говорящих лосей не жалует! О, моя прелесть! Его противник! Никогда, никем, нигде не побежденный черный рыцарь из черных Очень любит мед, что здоровенький поблюд!
кто очень любит мед, и холера не возьмет. И что, черт не берет мед. Молодец. Ты хочешь загонять соперника? Хорошая тактика. Я просто жить хочу. Лосяш, ты бежишь в противоположную от победы сторону. Совершенно не хочется быть победителем посмертно. Ох ты, как шустро. Отдохни чуток и в атаку! Нет, 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 нет! Я еще слишком молод! Только не сейчас! Не это и не так! Если бы ты прочитал договор внимательнее, то вряд ли бы стал посылать старину Лосяша в среднее... Крош! Крош! Вернись назад! Лосяши, ты напрасно паникуешь! Я только прицелиться нужно! Копатыч! Дай ему! Ха-ха-ха! Похоже на голос Кроша. Что? Феодализму! Подумаешь, назвал маму судьи ведьмой! Я ж не буквально! У вас что, чувство юмора чума отбила? Открывайте, я говорю! Копатыч? Э? Крошик, и ты тут! Копатыч! Какое у тебя измученное лицо! Тебя что, били? Нет, всего лишь... Несколько лет пытались съесть. Вот попадись мне тот, кто это устроил. Я его... Копатыч! Крош, это я! Настоящий! А, Крош? А это? А это так, Шорк! А? Временной парадокс! Долго объяснять. Будем считать, что я его дальний родственник. Ага, очень дальний. Понятно. А где Лосяш? Я уже целую неделю тут, ну и без капли меда, соответственно. Вот и решил выступить всего-то разок. А по правилам поединка сахатый проигравшего достается победителю. Ты чего, лося проиграл? Крош. Ну, это, вот так вот, все. Да ты посмотри на него! Что это за безответственность? Проиграть лося за какой-то бочонок меда! Понимаю, если б за ящик морковки. Извините, я не говорю на древнелосином, но я с вами совершенно согласен. Ой, нет, 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 плохой лось, плохой! Ой, какой влажный нос! Фу, я сказал! Фу. Торопливые. Я здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Погоди. Держи. Это тебе. А? Лосяш, тебя тут неплохо откормили. Как на убой. Копатыч. Это я шучу, шучу. Прости меня, лосяшек. Фу-фу, плохой лось. Плохой. Какой влажный.
Не тот. О, еще один. Я сказал, фу, плохой лось. Это я, Копатыч. Да. Лосяшек. Прости. Не признал. Это был такой кошмар. Ты его просто так сейчас крутишь, да? Бумажки-то тю-тю. Долгие годы договор был моей единственной книгой. Я спал, ел, охотился и разговаривал с этими клочками бумаги. Я помню каждую букву, каждую точку и запятую. Ну и чего там на четвертой странице? А этот второй родственник. Дальний родственник. Просто крути, что крутится, и нажимай, что нажимается. Они похожи. Не мешай мне. Я пытаюсь вспомнить. Так, если этот символ соединить с этим... Так... Явился. Я так рад, что наконец-то нашел вас. Всем стоять и не двигаться. К сожалению, нам придется вас всех аннулировать, пока вы не натворили еще больше пространственно-временных парадоксов. Нет у вас, нету проблем. Понимаете? Аннулировать? А это, простите, как? Ну, это вот как-то вот так. Да-да, как-то вот так. Досе! Ой, секундочку. Вы можете пока попрощаться друг с другом. Турагент 3630 на проводе. Извините. Обнаружена пропажа в музее компании. Пропал первый прототип машины времени. Что? Хронобудка. Пропала? А может, ее переставили куда-то? Также исчез аннулятор материи версия 2.0. Это просто неслыханно. Кто бы это мог сделать? Сообщите, если вам станет известна любая информация. А, разумеется. Всего хорошего. На чем я остановился? На аннулировании. Да-да, спасибо. Но прежде чем мы начнем, а точнее закончим, будьте добры. Верните хронопульт. Грасиас. А что, в хронобудке тесновато? Терпимо. Но если в конторе узнают, что я потерял свое персональное оборудование, мне никогда не стать лучшим работником месяца. Это не та ли моль, что нас сюда отправила? О, за это прекрасное путешествие вы должны поблагодарить вашего доброго слугу. Дай сюда! Отдай! Я уже почти лучший работник месяца! Вот это поворот! Ты не лишишь меня этого, глупый кролик! Все-таки карма. И очень тяжелая. Главное, пульт. Кролика можно пустить на жаркое. Знаете ли, видели бы меня коллеги из Нобелевского комитета.
Да озарит сияние ваших глаз это жалкое действо недостойных. Приступайте. Бред. На каком языке она вообще поет? Это заезжие гастролеры приползли в Китай из самой Японии. Говорят, что питались только каплями росы с бамбуковых листьев. Ёлки-ёлки! Крош? Это крош! Эти деревенские актеры вечно злоупотребляют спецэффектами. Где? Чаёк? Отдайте пульт! Фу, без сахара! Я внесу вас в чёрный список клиентов! А ты попробуй отними! Отдайте пульт! Он вам не принадлежит! Нафиг бьёт! Насколько это опасно? Кунг-фу, знаете ли, запрещено физически воздействовать на клиентов? Понимаете, инструкция отдать! Что происходит? О, старый знакомый. Побежали? Спасайся, кто может! Остальные пожертвуйте собой ради меня! Наш полный привод! Хватайте хронопульт! Это наше спасение! Нет! Это моя карьера! Крот, снять этой карьерой! Алло! Алло, это агентство! Срочно эвакуируйте меня отсюда! Здравствуйте! Ваш звонок очень важен для нас. Вам ответит первый освободившийся оператор. Быстрее! Правый поворот! Давай! За ними! Спасибо за ожидание! Первый оператор так и не освободился. Вам ответит второй освободившийся оператор. Отсюда сматываться! О, а как же фото на память с нашим новым другом, а? Когда там фотоаппарат изобретут? Лучше отойди оттуда! Лучше ой, отойди! Да ладно, посмотри, какой милашка! Да что же он делает-то? Дежурная проверка. У вас все в порядке? Абсолютно!
Сам себе завидую. Это было круто. Вот, после таких аттракционов я чувствую, что живу. Аттракционов? Да ты нас всех чуть не угробил. Шорк, вокруг нас меняются эпохи, тысячелетия. А ты как был занудой из каменного века, так и остался. Ты бесполезное недоразумение, от которого одни неприятности. Мы все здесь из-за твоей безответственности. И у тебя даже не хватает ума, чтобы это осознать. Не хватает ума, чтобы это осознать. Шорк, хватит ворчать. Знаете, если выразить мысль Шорка более интеллигентно, то я с ним даже солидарен. Не ты один, Лосяш. Что? Да вы мне все спасибо должны сказать за это путешествие. Когда бы мы еще так круто оторвались, а? Крош, так мы здесь из-за тебя? Ты так говоришь, как будто это плохо. А что тут хорошего-то? Вот значит как. А знаете что? Ну и оставайтесь со своим Шорком. Он ведь такой же зануда, как и вы. А я еще повеселюсь, пока не застарился. Ха-ха-ха-ха! Без вас! Всегда боялся повзрослеть раньше времени. Крош, куда Крош! Ты? Крош! Пока! Крош, подожди. Вот и клуб знакомств. Сплошные весельчаки. Моим тут точно понравится. Они без меня. Еще прибегут прощения просить. Крош, нам так скучно без твоих идей. Ты ж такой веселый. С тобой было так весело. А я такой. Ну, не знаю. А если не прибегут? Титы от покера и от ваших физиономий. Сколько нам еще торчать в этой дыре? Пока наши физиономии висят на всех столбах в округе, лучше нам отсюда не высовываться. Так что умолкни, Генри, и продолжи играть. Хорошо, хорошо. Твоя очередь, Билл. Да, Билл, твоя очередь. Торчать в какой-нибудь другой дыре. Ну, не такой дырявой, что ли. Генри, это идеальное место. Никто в здравом уме сюда не сунется. Само собой. Кроме нас таких балбесов больше нет.
Верхний, нижний. Как это успокаивает нервы. Не думать о насилии, не думать о насилии, не думать о насилии. А вот так? Ну ты счастливчик, опять две вишни. Не то слово, везунчик. А мне вечно желуди и укроп попадается. Неудачник. Морковного сока самому ненужному существу на свете. И соломинку. Как скажешь, ушастик. Нигде не встречались? А? 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 О. Ха! Ты меня с кем-то путаешь. Да нет. Да, точно. На объявлении. А тебя ведь кто-то ищет. В отличие от меня. Я никому не нужен. Меня никто не ищет. И вообще я одиночка. Понимаешь? А? О! Пустой, как моя жизнь. Значит... Тебя никто не ищет? В точку! Готово! Избавьтесь от него! Будь сделано, Ша! Отпустите меня! Как я люблю Шопена! Господа! Тысяча извинений! Ну разве так обращаются с клиентами? Неудивительно, что тут такая низкая посещаемость! Не устраивает сервис. У меня есть книга жалоб. Надо же! А я забыл ручку прихватить. Парни, у вас не найдется, а? Какой же у вас отвратительный почерк. Вообще-то это была метафора. А это мой кролик. А что я? Я не его. Я не его кролик. Все! Моей бабушке! Huh?
вас подбросить? Какое жуткое место. Боюсь даже представить, какие тяжкие испытания выпали здесь на долю наших друзей. Тихо! Что это за шум? Это как? А где это мы? Что здесь происходит? Ничего не понимает. Мы только что сидеть на день рождения Копатыч, а потом вдруг... Кто-нибудь может объяснить? А? Только что? А мы целую неделю это средневековье месили. Неделю! Я месяц бренчал на этой японской балалайке. Ради горстки. Лиса! Ну что, местами было весело. А я провел с динозаврами несколько лет, пытаясь нести для них десертом. Кошмар! Хронопульт не может отправить точно в заданную точку. Всегда будет погрешность. И что это значит? Чем дальше от настоящего, тем больше погрешность. Значит, вам еще повезло. Слушайте, а мы можем теперь домой отправиться? А то здесь как-то не очень уютно. Нет, еще не все в сборе. Почему из двух несчастных кроликов мне достается именно тот, который без пульта? Из двух! Вероятность 50/50! Да, не повезло тебе, бюрократ в галошах! Он еще может пригодиться. Кому? Я даже друзьям своим не нужен. Они, небось, уже давно домой улетели. Вряд ли. Как только кто-то из вас вернется, у меня сработает сигнал о завершении путешествия. Значит, они меня не бросили? Единственное возможное исключение – твой двойник. Шорк! Он ведь всего лишь парадокс. Петля во времени. И как только вернется, то сразу исчезнет. Стойте! Надо предупредить Шорка! Вы не можете так поступить! Он же исчезнет! А я-то думал, хуже, чем зарабатывать на лапшу балалайкой, уже не будет. А чем ты занимался в своем средневековье? Алхимией. В основном алхимией. Что такое? Интересно. Похоже, Крош тут уже побывал. Как здорово снова встретить старых друзей! Ты нам не друг! А, я смотрю, вся шайка в сборе. Хотя нет, кое-кого не хватает. Уж не его ли вы ищете? О, Крош! Шорк, послушай, ты должен знать, как только ты вернешься, тебе... Как насчет справедливого обмена? Вы получаете своего ненаглядного кролика, а отдаете то, что вам не принадлежит. А что нам не принадлежит-то? Думаю, это философская шарада. Я говорю про пульт! Пульт в обмен на жизнь кролика. O el otro conejito es muerto. Ну! No seas tonto! Боюсь, другого выхода нет. Все должно быть идеально чисто. Иначе...
Неужели после такого вы сможете спать спокойно? Спросите у вашей совести. У лучших агентов нет совести. Тропиду! Vamos, vamos! Туда есть риско! Мягкой посадки на дне каньона! Писем не пишите, все равно я отвечу! Hasta luego, amigos! Buena suerte! En el fondo del cañón! Стажер 3630, немедленно выйдите на связь.
немедленно выйдите на связь. Во-первых, почти агент 3630. Во-вторых, я оформляю групповой тур. Ну, пока я связь, позвоните позже. Все, ужасный, отдавай пульт телескей шласти. Боюсь, что для вас это путешествие в один конец. Ах да, чуть не забыл. Вы все внесены в черный список клиентов. Пока! Вовремя. Компания «Дежавю» рада приветствовать своих клиентов. Это мы уже слышали. Разумеется. Приносим глубочайшие извинения за это небольшое недоразумение. Это полный... Коллапс. Временной коллапс. Вы абсолютно правы. Мы уверяем, что... Ёлки-иголки. Я уж думал, ты... А вот этот сувенир — специальный подарок от нашей компании. Сейчас наши специалисты почистят все временные парадоксы, возникшие во время путешествия, и вас сразу же отправят в свое время. Что значит «почистят»? Что? Эй, что значит «почистят»? Внимание! Приготовиться к устранению временных парадоксов. Нет! 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 Стой! Стой! Шорк! Я должен был тебя предупредить! Тебе нельзя возвращаться! Ты можешь исчезнуть! Потому что ты... Временной парадокс? Да, я догадался об этом. Еще в Мезозое. Ты знал об этом все это время? Так, ёлки-иголки, зачем тебе было все возвращать? А как бы ты поступил на моем месте? Эй, какую цифру я загадал, а? Селедка. Но мы ведь больше никогда не увидимся.
Это несправедливо. Конечно, увидимся. Мы же одна команда. Что? Как? Когда? Ну, долго ты там еще? Певец, а? О, нашел! Последний штрих для полного соответствия. Ну, наконец-то! А я уж думала, ты на этой метле улетел. Бараны на метлах не летают. Ха-ха, радикально. Интересный стиль. Напоминает ранних фламандцев. А еще мороженое, которое я ел сегодня за завтраком. Нет, не сюда. Разойди! Ты попал. Послушайте, что это вы, простите, налояли? Что за пропорции? Какая-то нелепая композиция. А Карыч сказал, фламандцы. Вырвано из контекста. Я говорил про мороженое. Чуть-чуть не вписался. Радикально. А вы знаете, такие фламандцы мне больше по душе. При чем тут фломастеры-то? Придумайте тоже. Я вообще спать должен. Зима. Говорят, все со временем меняются. А если сегодня я уже не такой, как вчера, то кто же я теперь? Все еще Крош? Или уже немного Шорк? Копаточ, не шевелись, всю композицию поломаешь. Вон уже копыта отвалилась. А я как-то, знаете, вообще не поклонник современного творчества. Шорк был особенным. Он был мудрым, упорным и очень крутым. Я часто думаю о его последних словах, что мы еще обязательно встретимся. И кажется, теперь я догадываюсь, что он имел в виду. Но не сегодня, Шорк, не сегодня. Так веселиться! Доверьтесь профессионалу! А клоуны будут? Думаете, напугали меня своими динозаврами? Как бы не так. Кто? Кто лучший работник месяца? Конечно, я. Я успешный. У меня пещера, фрукты, свои блохи. Агент 3630. Лучший. Во все времена. Ча-ча, мучача, мачакуча, мачуча. Вокруг темно и сыро, и капает чуть-чуть, но мы не унываем и продолжаем путь. Пусть порой взгрустнется и мучает вопрос, поем себе тихонечко под нос. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе, зато мы вместе. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе. Yeah! И снова
Слово как-то тесно и здорово печет, но плакать неуместно, ведь плаксам нипочет. Здесь рядом где-то выход, он, видимо, зарос. Споем себе тихонечко под нос. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе, зато мы вместе. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе. Уже не ясно, зачем и почему, но видно, мы надолго попали в эту тьму. Придется обживаться, давай тащи кровать, и будем вместе дружно напевать. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе, зато мы вместе. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе. Мне говорят, что я балбес, что я вчера с березы слез. Не человек, а динамит, и подо мной земля горит. И в общем правду говорят, но в этом я не виноват. А виноват об этом тот, кто у меня внутри живет. Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он балабут и оборвок. Он все творит из-под тишка. И тихо сидя за столом, листал бы старый книжный дом, и все соседи наконец сказали бы: ты молодец! Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он балабут и оборвок. Он балабут и оборвок. Он все творит из-под тишка, да так что кружится башка.